Итак, всем привет, с вами Фиксер, и сегодня мы продолжаем играть в Need for Speed Shift. Сегодня мы продолжим проходить карьеру, сегодня мы продолжим проходить гонки второго уровня. Значит так, второго уровня. И сейчас я буду проходить гонки, скорее всего это будет Mixed Series, потому что European Series, как вы помните, я уже прошел. Да, даже дуэльку закончил, дуэльку с соперником. Поэтому я буду проходить Mixed Series, они все еще здесь остались, я еще... так, серия гонок. Вот. Так, что-то я не допойму, что за херня, почему у меня не та машина выбрана, блин, не понимаю. Я же в прошлой серии, да, ну вы помните, я в прошлой серии уже выбирал свою машину, BMW M3, почему она у меня не выбрана сейчас была, я не знаю, я понятия не имею, если честно. Что-то я уже совсем запутался. Ну да ладно, думаю, это не так важно. Начнем сейчас гонки. Серия гонок здесь у нас будет. Я даже не знаю, сколько в этой серии гонок. Я не посмотрел подробности об этом событии. Ну ладно, я думаю, это не столь важно. Главное здесь просто побеждать. А побеждать мы будем, скорее всего, потому что я вновь на своей любимой BMW M3, на которой стоит движок V8, которая тюнингованная, полный фарш просто, можно сказать, да. Турбонадув, облегченный корпус, каркас прочности, вся херня и прочая хрень. В общем, очень все полезно, это нитро, все, что нужно, все, что можно поставить, не стоит. Спортивное сиденье тоже облегченное, ну, в общем, и все в таком роде. Не знаю, очень мне нравится эта машинка, не зря я ее тюнинговал, она очень хорошо себя ведет на трассе, на любой трассе, да, и вот такие столкновения она вполне себе легко выдержит, потому что она достаточно тяжелая для этих столкновений. Конечно, не танк, который на все похер, но очень-очень хорошо, очень хорошо, в общем, сдерживает каждый удар от моих глупых соперников, которые постоянно меня пытаются куда-то выбить, куда-то пинают, где-то подрезают, что-то еще там, вечно какие-то недопонимания, не знаю, какие-то читы, не знаю. В общем, неправильно они, в общем, что делают вечно, я постоянно не врезаюсь. Да иногда и я люблю поврезаться, у них кого-нибудь выбить с трассы. Особенно люблю, когда меня выведут из себя просто... Просто все время начинаю всех расталкивать, нахер, пошли они в шопу все. Потому что глупые боты, соперники, они постоянно какую-то херню творят, здесь непонятно. Я как-то ошибаюсь. Ладно, в общем, все хорошо. Да, все отлично. Продолжаем. Это у нас опять-таки на немецкую трассу, на ту самую Нордшляйфе похожую. Не знаю я. Она это или не она, но любая вот такая трасса в лесу где-то, в посадке, не знаю, узкая такая трасса, это Нордшляйфе, любая, это не важно где она там, я не знаю, какой-нибудь в лесах Амазонки, там, все равно это будет Нордшляйфе, потому что она похожа на нее. Не знаю, короче, не особо я разбираюсь в этих у всех треках, ну, опять надписи, эти надписи тоже мне говорят о том, что это Нордшляйфе и никакая другая трасса, потому что на других трассах я такого не припомню, чтобы были какие-то надписи вообще. Вот этот поворот, злосчастный, не люблю его, и сейчас, по-моему, прямая будет, а нет, не будет прямой у нас, потому что гонка закончилась, укороченный трек, естественно, опять же. Так, первое место, чистый круг не получился, ну, сами понимаете, это один круг, я получил 40 тысяч за эту гонку, блин, это круто, если в каждой в серии гонка принесет мне по 40 тысяч, это будет очень-очень круто, и сколько здесь гонок, я, если честно, не знаю, даже, по-моему, 3 или 4 даже, может быть. Ну ладно, мы сейчас это посмотрим, сколько конкретно здесь гонок. И я, естественно, их все пройду. Как же иначе? Без этого никак. Так. Где вторая гонка будет? Давайте, покажите. Это, по-моему, та же самая трасса, да? Тот же трек, но только в обратном направлении, нет? Сейчас посмотрим. Ну, я куда-то сюда приехал в тот раз, да? Вот. По-моему, да. Это очень похоже. Ну, в общем, трасса вроде как та же самая, только другой ее отрезок, или же она наоборот вообще. В общем, тот же самый Нордшляйфе. Будем думать, что это Нордшляйфе. Не важно, если это не он, или не она, или... Не знаю, как более правильно сказать про трек, потому что трек вроде как он, а трасса это она. И да, в общем, как-то так. Непонятно. В общем, будем сойдемся на чем-то среднем, это будет оно, не знаю, оно, и все. Так, 640 очков профиля, отлично. Так быстро заработал столько очков. Это круто, конечно, блин. Почаще нужно мне за соперниками где-то ездить, потому что сколько очков профиля за это дают, когда ты едешь за соперником. Так, чувак, слушай, подвинься, ты ведь тормоз, ты черепаха, я не знаю, кто там, и улитка, да. Кто еще медленно ползает, там, я не знаю, они змеи, они умеют жесткие, очень жесткие совершать, они могут убить. Например. Со змеей лучше не сравнивать соперника. Улитка, просто улитка. Сойдемся на том, что это всего лишь улитка, которая не давала мне проехать какое-то время. Ну ничего, зато очков набрал приличное количество. Так, у меня опять же в заданиях стоит чистый круг. Это вряд ли получится, потому что постоянно получается толкаться с этими соперниками, которые тормозят, еще что-то там подрезают, выталкивают меня. Вряд ли получится. Я, кстати, не проследил особо. Я вроде как я и не врезался особо, нет? Ладно, сейчас посмотрим на финише, засчитает ли мне чистый круг или нет. Это не мне судить, это автоматическая система определения там заработанных очилок. Так ее назовем, да. Автоматическая система определения заработанных очков. Клевое название, я думаю, это... Ладно, в общем, какой-то скрипт в игре, запомнить, так блин, опять поворот. Не знаю, блин, я не могу понять. Это вроде и та же самая трасса, измененная как-то не туда, и... Вроде она и не обратная, вроде что-то другое вообще. Ни хрена, в общем, я не пойму, что это за трасса такая. То ли это был тот же отрезок. Вот, это прямая. Здесь точно я еще не был в прошлый раз. То есть, да, я ожидал, что будет прямая, но ее не было. А теперь она есть. Лишь в прошлой гонке, в начале гонки была прямая, и это теперь обратный трек. Я что-то вообще запутался, не знаю. Ладно. Так, значит, чистый круг. Нет, я не заработал. Все же я на старте там в кого-то врезался в итоге, да. Когда обходил их. Где-то все-таки умудрился я врезаться. Ну да ладно, я думаю, гоняться за всеми звездами мы не будем. Так, у меня 8 поражений уже. Нифига себе, когда же я успел их набрать, 8 поражений. Мне кажется, их засчитывают даже когда я рестартую гонку. Очень даже интересно. Все равно соотношение побед и проигрышей у меня очень даже неплохое. 61 победа и 8 всего лишь поражений. Это отличный результат, я думаю. Тем более, что я играю на легком уровне сложности. Да, поборемся за место на подиуме. Обязательно я сейчас выиграю даже. Я как поборюсь, так поборюсь. Что вообще меня никто не обойдет. Ладно, так. Едем, не троем, газуем, все как надо. И нет, я задержался. Требованный махвеб. Налево. Умею я задержаться на старте. Иногда, да, бывают у меня провалы эти. И не знаю, какие-то реакции или что-то я... В общем, когда я заговорюсь, и бывают у меня такие ошибки. Вот теперь это точно обратная трасса, потому что только что была вот эта прямая, где я разогнался почти на максимум. Какого хера ты меня выталкиваешь, дура? Я тебя пытался по внешней обойти. Он прижимается к внешней стороне и выталкивает меня, скотина тупая. Свали нахер отсюда, Шевроле, Шевроле Камаров, блин, крёбаный. Бамблби крёбаный, вообще офигел. Так, пропусти меня, чувак, ты же, ну ты же не можешь победить все равно. Все равно рано или поздно я тебя коню, просто так я проеду. Блин, не дают мне места вообще для обгона, просто вообще наглые твари. Ездить ни хрена не умеет, еще блокирует что-то меня, пытается как-то не дать мне выйти вперед. Ну, странные вообще ребята, я не понимаю этого абсолютно. Зачем так делать? Ты же тупой бот. Ах, тебя, стоп, тут они могут понять. Они не могут понять, что они тупые боты, потому что они тупые, потому что у них просто нет мозгов, потому чтобы понять, что они тупые. Чтобы понять, что им нужно держаться сзади меня, чтобы я не нервничал, чтобы я их не выбивал и вообще не матерился. Да. Как-то так. В общем, ладно, едем, да и все. Множитель удвоился, это хорошо. Подлетел даже на неровности. Весело, конечно. Круто. Круто, мне нравится. 640 очков профиля. Максимальная скорость. Мне за максимальную скорость еще дают. Что ли? Нет, там идеальная траектория. Мне за идеальную траекторию на большой скорости дают очки. Ну ладно, ладно. Так, идеальные повороты. Собираем 7 из 15 на мастерском уровне. Идеальных поворотов не очень много, мне идеальных поворотов они... Не потому что не очень идеальные эти мои идеальные повороты. Ладно, едем дальше, неважно. Так, в общем, едем. Где-то там позади все мои соперники. У меня солидный такой отрыв, я смотрю вообще... Это круто. Я думаю, это круто, это, не знаю, стоит отметить вообще, да, что я так настолько крут, что все мои соперники где-то далеко позади. И вот я уже к финишу подъезжаю. И все. 2000 очков профиля я только что заработал за одну гонку. Это было элементарно и просто. Так, подиум, предел очков и чистый круг, естественно, я не сработал. Потому что этот гребаный Бамблби меня выталкивал с трека. Ах, блин, капец просто. Сволочи такие, блин, не дают мне ачивки зарабатывать даже. Эх, ладно. Награды в серии 60 тысяч баксов. Отлично, просто шикарно. То есть я за 3 гонки получил по 40 тысяч долларов и еще сверху 60 тысяч долларов. То есть в итоге у меня около 180 тысяч долларов за эту серию. Это круто, я думаю, да? То есть это вообще отлично. Эх, ладно. В общем, сейчас я обратно-таки отправлюсь на гонки по приглашению. Да, давайте я все-таки буду их проходить периодически. Как бы мне их дают за левел. Это... И мне их достаточно много здесь уже открыто. То есть, да... Давайте проедем горячий круг на Lake Sight, в общем, каком-то. Mitsubishi Lancer Evolution, не знаю. Круто, 10-й Evolution, это клево, я на нем уже ездил, если вы помните. Он мне тогда понравился вполне, очень даже интересная машина. Так, клевая машина. Готовься. Тоже. Ну, что я могу сказать еще? Пара секунд до старта. Так. И, в общем, я, как обычно, сейчас... Хотя нет, давайте... Почему как обычно? Давайте я сейчас попробую на мастерском уровне пройти все повороты. Это будет круто, я думаю, да? Это будет увлекательно и интересно, когда я буду пытаться проходить все повороты на мастерском уровне. В общем, сейчас я пока буду вспоминать трек, буду потихоньку ехать. Я не думаю, что у меня с первого круга получится заработать... то есть улучшить время настолько, чтобы заработать все 3 звезды. В общем, да, этот трек такой... Да, такой себе трек посложнее будет, чем то, что, блин, до этого все было. Хотя я на нем уже и ездил. Правда, в обычной гонке, которая Time Attack называлась, по-моему, да, то есть с соперниками на время, да, гонка была. Но здесь получается еще более суровая гонка, просто на время, то есть нужно улучшить время круга. Чтобы улучшать время круга, нужно хорошо очень ехать, проходить идеально повороты, держа траекторию, держа нужную скорость. Так, сейчас посмотрим, сколько у меня будет. Ага, то есть с первого круга, естественно, не получилось, да? Окей. Ну, правда, обычно у меня это получалось, сейчас... Что-то не очень. Ладно, сейчас я поднажму, попробую побыстрее пройти этот круг, чтобы уже наверняка, чтобы не тянуть время особо. Да. Потому что эти гонки на время не самые, конечно, интересные. Ну, конечно, они не интересны, потому что меня никто не выталкивает. Я не нервничаю, я еду спокойно. На крутых тачках катаюсь, которые мне нравятся. и меня никто не выталкивает с трека, я никого не выталкиваю с трека, я ни на кого не ору, не называю идиотами там и прочие такие вещи. Ах, ладно. В общем, скучная гонка получается, когда я не делаю всего этого. Мне самому даже скучновато становится. Ладно, в общем, сейчас попробую улучшить все-таки, чтобы еще 2 звезды получить. Надо улучшить время. Мне нужно за 1.07 проехать этот трек. Окей. 1.07 не получилось, а получилось 1.07... 148! 148 тысячных мне не дали пройти эту гонку, блин, на все 3 звезды. Ладно, все-таки у меня еще 2 круга есть. Я думаю, я успею за это время улучшить. За это время улучшить свое время. Круто звучит. Очень круто, я думаю, да. Ладно, значит, поднажмем еще немного. Вот как не хватило на прошлом круге все-таки времени. То есть плоховато прошел прошлый трек. Блин, да, капец, последний поворот не получилось пройти на мастерском уровне. Блин, а если я сейчас улучшу время, то есть у меня не будет на мастерском уровне всех поворотов. Это не круто. Я хочу, чтобы все были на мастерском уровне поворота. Они же такие клевые. Мне за это дают очки точности, мне дают всякие значки клевые, мастер поворотов и прочее. Ну почему так? Блин, я похоже, да. Все-таки 3 звезды я получил. Ну хоть что-то хорошее есть в этом всем. Ну ладно, в общем, на этом моменте я, пожалуй, буду с вами прощаться. Я скажу всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Фиксер. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх. Если вам понравился этот ролик, рассказывайте друзьям также, если вам понравился этот ролик. Ну, в общем, все. Да, на этом я буду заканчивать. Всем пока!